украинские силовики провели ряд обысков у представителей партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщил в среду на брифинге бывший спикер Верховной Рады, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который является руководителем Центрального штаба партии. Сегодня в 7 утра прошли обыски у представителей нашей партии. В частности, обыскивали дом помощника президента, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа, сказал Турчинов на брифинге. Он сообщил, что обыски прошли также у бывшего депутата Верховной Рады Сергея Березенко и других представителей Европейской солидарности. Они искали документы, связанные с углем, не 2021 года, а 2014 года. И, конечно, они ничего не нашли и не могли найти. Цель этих обысков не сбор какой-то доказательной базы, а демонстративный террор, запугивание, унижение. «Мы знаем, что и далее будут продолжаться провокации против ЕС Европейской солидарности», — заявил Турчинов. По его словам, цель обысков не борьба с российской агрессией, а борьба с политическим оппонентом Петром Порошенко и главной оппонирующей политической силой с Европейской солидарностью. Ранее Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям. Следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014, начале 2015 года. Дело против него возбуждено по СТ 258.5 «Финансирование терроризма», СТ 111 «Государственная измена» и СТ 258.3 «Создание террористической организации Уголовного кодекса Украины». Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По делу также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.